Первый снег 2021 года и первый автомобиль в нашем музее техники. Панель приборов, наверное, можно сказать, почти целая. Магнитофончик не родной, но в экспозиции у нас такого нет. Тут вообще штука на миллион. Ручка сломана. Открыли изнутри. Ну, так немного подгнил автомобиль. Это все ерунда по сравнению с тем, что автомобиль был обшит настоящими шкурами. Сейчас это все по чуть-чуть оттирать. Клычок родной, наверное. Вот это мы вытянули, а теперь вот это мы выметим. У нас появился автомобиль ГАЗ М20 Победа. Разбитое стекло, немного ржавчины, отсутствие мотора, неродная магнитола. И, в общем-то, нас это не смущает. Как казалось, здесь установлены передняя балка и задний мост от автомобиля ГАЗ-21. Это друг Сергей увидел в техпаспорте. На самом деле вариантов восстановления несколько. Первое, это, конечно же, восстановить в оригинал. Второе, это восстановить на запчастях современных от автомобилей Волга. К примеру, с 406 мотором, с шаровыми опорами, с современным задним мостом и современной пятиступенчатой коробкой. Третий вариант, это восстановление на основе шасси от какого-то иностранного автомобиля. Есть, конечно, еще идея снять серию видео с названием «Победа за 90 дней». И за эти 90 дней поставить ее на ход, сделать тормоза, электрику, поставить мотор и проехаться по городу Одессе. Ну, это под вопросом. Хотя ролики так и будут называться. Победа за 90 дней. Ну, собственно говоря, вот видно телескопический амортизатор, что свидетельствует о неродной подвеске. Мертвые лонжероны. Отсутствие тормозов. В общем, для начала начнем снимать барабаны и смотреть, что у нас там под барабанами. В любом случае автомобиль должен передвигаться, перекатываться. Пока что конечно же в первую очередь хотелось бы найти родные лонжероны. Ну, ищем, а там уже как будет видно.
Друзья, попытаемся найти номера кузова, чтобы можно было переоформить сей чудесный автомобиль. Скажем так, что я перед этим провел тут небольшую работу. И вот у нас проявился какой-то номер. Сейчас мы снимем красочку химическим способом. Жижа очень едкая, поэтому надо быть внимательным, чтобы не попало на руки. И она снимает по слою краски за раз. Не всю. Вместе с победой попробуем собрать еще Урал М62. У меня тут есть запчастей практически на мотоцикл. Еще один. С вилкой мне поможет Денис. У меня есть моторчик. Коробочка, которую мне подарили ребята из Car Custom. Заднее крыло, сиденье одно и второе. Посмотрим. Часть запчастей будет, конечно, не от М62, вот в частности вилка. У нас нет руля. У нас нет бака. В общем, получится или Урал М62, или бобер на базе Урала М62. Я отмыл узел рулевой колонки. Соберу сейчас это все на пару капель смазки. Узел отмыт. Гарри, иди сюда. Вот Гарри, помощник. Значит, узел отмыт. Собираем. Раз, два, три, четыре, пять.